Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем наш проект «Памяти благодарная Москва». И сегодня мы с вами находимся на улице Богданова в районе Солнцева. Улица приобрела свое название в 1984 году и была названа в память о выдающемся советском военном деятеле, маршале бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза Семёне Ильиче Богданове. Родился он в 1894 году и в юности работал на нескольких петроградских заводах, включая завод «Путиловский». В 1915 году юный Семён Богданов вступает в ряды русской императорской армии, причем не по мобилизации, как вольно определяющийся, так тогда называли добровольцев. Он был участником боевых действий, воевал до 17 года, а когда началась гражданская война, вступил в ряды Красной армии и посвятил вооруженным силам Советского Союза практически всю свою жизнь. В 1941 году, накануне Великой Отечественной войны, Семён Богданов был командиром 30-й танковой дивизии, которая дислоцировалась в городке Пружаны, неподалеку от Бреста, на самой советско-германской границе. В первые дни войны дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. И в первые несколько недель войны дивизия потеряла практически всю свою боевую технику, но при этом сохранили личный состав. Впоследствии полковника Богданова назначили замкомандующего 5-й армии Юго-Западного фронта, которая вела бои в районе Киева. В сентябре 1941 года 5-я армия, как и другие армии Юго-Западного фронта, попала в окружение. Погибло практически все командование этой армии. Командующий армией попал в плен, а вот полковнику Богданову удалось среди других бойцов перейти линию фронта и вернуться к своим. В октябре 1941 года полковник Богданов был назначен начальником 36-го Можайского укрепленного района, который располагался на Можайской линии обороны и проходил этот укрепрайон в районе Бородинского поля. Впоследствии, в начале 1942 года, полковник Богданов был назначен заместителем командующего 10-й армии Западного фронта по автобронетанковым войскам, а уже в мае 1942 года назначается командиром танкового корпуса. Ему присваивается звание генерал-майор танковых войск, и с этим корпусом он встречает врага в районе Козельска, где действовала 3-я танковая армия. Впоследствии Богданов будет командовать механизированным корпусом, а с 1943 года возглавит 2-ю танковую армию. Впоследствии она станет 2-й гвардейской танковой армией. Под командованием Богданова армия будет участвовать во многих боях на 1-м, 2-м украинских фронтах, на Белорусском фронте. Армия будет действовать в Польше, дойдет до самого Берлина. Именно воины-богдановцы в 1941 году, в апреле, одними из первых войдут во вражескую столицу. После окончания Великой Отечественной войны, уже к тому времени дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск Богданов командовал одной из группировок советских оккупационных войск, а с 1948 года стал начальником механизированных и бронетанковых войск всей советской армии. 1953 года он занимал пост начальника бронетанковой академии имени Сталина в Москве. В отставку Семён Богданов ушел в 1956 году по личной просьбе. Слишком пошатнулось здоровье. Семён Богданов умер в 1960 году. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Несколько улиц по всей стране получили его имя, в том числе и улица в новом тогда московском районе Солнцева. Тогда это была улочка еще в вчерашнем подмосковном городке, но теперь это широкая улица, где расположены несколько парков. Здесь же находится и управа района Солнцева. Как надо заметить, здесь в районе, и в том числе в зданиях на улице Богданова, соблюдается правило проекта «Доступная среда». Сейчас это оживленная улица.
Проходя по улице, люди не всегда задумываются, в память о ком она названа. Но теперь люди будут знать, что эта улица названа в память о дважды Героя Советского Союза, маршале бронетанковых войск Семёне Ильиче Богданове. Дорогие друзья, до новых встреч в нашем проекте «Памяти. Благодарная Москва».